Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Пандемия на 1,5% увеличила безработицу. По данным Кировстата, показатель вырос с 4,5% в первом квартале этого года до 6% во втором. Это примерно соответствует среднероссийским цифрам. Президент на прошлой неделе отметил, что число безработных выросло из-за того, что власти увеличили пособия. По мнению Владимира Путина, это привело на биржу труда тех, кто давно не работает. За последние годы самый высокий уровень безработицы в Кировской области регистрировался в 1998 году. Тогда в условиях кризиса он в два раза превышал нынешний и достиг 13%. Еще один скачок был в 2009-м. Цифра приблизилась к 11%. Программа «Экономика». Две кировских компании в топ-30 крупнейших производителей молока. Рейтинг составило издание Milk News совместно с национальным производителем молока и консалтинговым агентством Streda Consulting. На пятом месте в стране холдинг «Дороничи», который в год произвел 114 тысяч тонн молока. На седьмом месте еще один представитель Кировской области. Кировский молочный комбинат выпустил 110 тысяч тонн. Лидер в стране – группа компаний «Эко-Нива». У нее предприятия почти в десятке регионов, объемы производства в 7 раз выше, чем у кировчан. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Если вы еще не продвигаете свой бизнес в интернете или пробовали, но решили, что это сложно или вам не подходит, бесплатный семинар от МБУ Центр инвестиций и КБ Хлынов поможет вам взглянуть на тему по-новому. Как продвигать локальный бизнес в интернете без большого бюджета, расскажет основатель агентства интернет-маркетинга «Конверсия 100» Александр Борцов. За 2 часа вы узнаете, как без сторонних специалистов работать в соцсетях, настроить сервисы контекстной рекламы без глубоких знаний, сделать сайт быстро, прилично и недорого. Также спикер предупредит об ошибках, которые можно совершить на пути к успеху в интернете. Семинар состоится 9 сентября на Урицкого 40 в КБ Хлынов. Начало в 15 часов. Участие бесплатное, но необходима регистрация. Ссылку на нее вы можете найти на нашем сайте Эхокирова.ру или в группе Центра инвестиций во ВКонтакте. Возрастное ограничение 12+. Экономика. Завершение в валютах: доллар на сегодня 75.18, евро стоит 89 рублей 4 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.